Добрый день, меня зовут Елизавета, и я являюсь фитнес-инструктором тренажерного зала. Сегодня мы проведем степ-аэробику. Степ-аэробика – это динамичные движения на возвышенности. Итак, начнем мы с разминки. В наклоне разминаем коленной сустав. Итак, первое движение внутрь. Нам нужно размять хорошо суставы. Затем от себя. Круговыми движениями. Закончили. Также две ноги вместе. Начинаем в одну сторону. Также круговые движения. Прорабатываем в другую. Отлично. Закончили. Также важно размять наши стопы. Круговые движения. Затем поменяли ножку. Отлично. Теперь нам нужно проработать наши мышцы. Итак, делаем маленький присед правой ноге, ручки вперед и делаем плавно перекаты. Раз. Хорошо, закончили. Также нужно сделать пару выпадов. Можно это сделать как на степе, так и без степа. Вперед. И прокачали мышцы. Исходное положение, поменяли ножку. Исходное положение. Одним из важных элементов – это размять икроножные мышцы. Итак, поднимаемся на степ, встаем на носочки, опускаемся. Носочки, опускаемся. Итак, несколько повторений. Начнем нашу основную тренировку на степе. Начинаем с правой ноги, либо с левой, это как вам удобно. Поднимаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень важно, чтобы руки также были взаимодействованы с ногами. Итак, приступаем к следующему упражнению. Поднимаемся на степ правой ногой, затем приступаем левой в сторону, обратно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также можно в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень важно, чтобы помимо упражнения вы еще и попадали в ритм с музыкой. Приступаем к следующему упражнению. Левую ножку ставим на степ. Правую мы поднимаем вверх. При этом у нас работает еще рука. Получается как маленькое скручивание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Также меняем направление. Правая нога встает на степ. Левую поднимаем. Также работает рука. А сейчас соединяем наших два предыдущих упражнения в одно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Работаем руками и не забываем попадать в такт с музыкой. На этом наша тренировка заканчивается. Мы рады вас видеть в тренажерном зале на групповых занятиях.